Сегодня мы замкнули уже, наши подразделения замкнули сегодня Дубайский котел. Мы сегодня зашли в населенный пункт Логвиново. Вот, и Дубайский котел сегодня полностью замкнулся. Так что это одна из хороших новостей, это еще одна наша победа, еще одно наше достижение. В котле оказались около 8 тысяч украинских силовиков. Им грозит разгром. Самый сильный с момента летнего поражения под Иловайском. Тогда победа ополчения серьезно подорвала боевой дух украинской армии. Очередное поражение в условиях провалившейся на Украине мобилизации может привести к еще более серьезным последствиям. Сегодня ополченцы взяли и выбили своих противников из села Логвиново, которое находится на трассе Дебальцево-Артемовск. И вот таким образом со всех четырех сторон армии Донецкой Народной Республики и с севера армия Луганской Народной Республики окружила украинских силовиков, которых, я напомню, не менее 8 тысяч там. И хотелось бы сказать, что от этого события ждут очень многого, так как вот летом прошлого года под Иловайском произошла аналогичная ситуация, и в оперативном окружении ополченцев оказалась довольно крупная группировка киевских силовиков, и после этого военные Украины были вынуждены сложить оружие, оставить свою технику и сдаться. Я думаю, что аналогичных решений можно ждать и в ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий и обязательно выйдем в прямой эфир.